Привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала, с вами, как всегда, я, Валдай, и мы продолжаем проходить Mass Effect 3. Давненько у нас не было на канале этой игры, но вот, собственно, дошли до нее руки. Ну и поехали. Как вы помните, в прошлой серии мы остановились в этой темной страшной пещере, в которую мы залезли в поисках, по-моему, кроганских разведчиков, если я уж не ошибаюсь, потому что давненько не было серии, реально уже не помню нифига. Ну, вроде бы, да, сейчас нас ожидает дикая баталия, которую в прошлый раз мы проиграли. Вот. Ну и, собственно, погнали. Так, нет, оттуда я огнеметом не достану, скорее всего. Надо брать, наверное, тут снайперку. Давайте сюда ближних вот этих завалим уже. Потом возьмем в руки снайперскую винтовку. Ой, какая там большая тварь лезет. Еще вот. Ух, нифига, сколько тут много их. Так, нафиг, нафиг, нафиг. Надо, наверное, какие-нибудь умения использовать. Так, сингулярность давайте-ка используем на ней. Теперь пока на воздухе беспомощная, надо ее стрелять как следует. Нифига у нас не получилось. Блин, поднимается. Хаск. Терпеть не могу хаск. У них столько здоровья, посмотрите на него. Вроде бы все, вроде сдох. Блин, еще и пауки эти мелкие. Бесящие. Так, нет, давайте все-таки снайперку возьмем. Она вроде помощнее будет. Да блин. Так, сейчас. Да офигеть. Давайте, наверное, уничтожим хрень. Это как минимум щиты их не должно убрать. Точнее, барьеры вот эти. Ну, собственно, щиты. Что, нравится тебе? Сволочь такая. Ой, блин, не пугай меня так. Я уже думал, это враг подкрался. Вот так вот, прямо в голову. Ну, смотрите, он еще жив. Офигеть, конечно, какие нездоровые, блин, вообще. Сколько у них жизней. Но в этот раз у нас дело гораздо глаже проходит, чем в прошлый, потому что в прошлый раз я рвался на пролом с огнеметом, и это закончилось, как вы помните, печально. В прошлый раз я проиграл. Так, ну что, мне его не видно, надо подходить поближе, наверное, видимо. Окей, погнал. А, вот, смотрите, он уже тут, блин. Так, тогда возьмем в руки дробовик. Дурацкий паук. Так, где он там? Вроде тут же где-то был. Еще один паук, или даже не паук, а какая-то, не знаю, каракатица. Хрен его знает, что это такое. Что-то пауки меня по всем играм преследуют в последнее время на нашем канале. Офигеть. Здоровья очень мало. Так, надо выжить. Главное выжить. Отлично. Живем. Мне как не вовремя пить зарядка. Ну уже давай. Отлично, этот умер. По крайней мере, надеюсь на это. Ну, там-то гадина еще жива. Жалко, что у нас нет никакой базуки. Нам тут очень пригодилось бы, наверное. Вроде бы все. Теперь вот эти мелкие тараканчики остались. Готов таракан. Ну да, точно тараканчики. Так, ну что ж. Все готовы. Пойдем дальше. В неизвестность. На новые приключения. Видимо, вторая волна. Блин, жесть. Так, ну ладно, давайте займемся сначала щитом. Щит готов. А теперь этими уродцами. Да как по ним попадает-то, не могу понять. Откуда? Офигеть. Так, ладно, что там такое? Та большая махина, надо ее убить. В первую очередь. Так, давайте воспользуемся какими-то способностями еще. Граната Инферно и сингулярность. Сразу две способности применим. Пускай они там на пару. Офигеть, промазал. Да, блин. Два патрона в пустой. Первый раз промазал, второй раз я уже убили. Так, этот вроде ушел. Да офигеть, вы издеваетесь, что ли? Так, попали по мне жестко. Гранаты. Я думал, что это показало, что, типа, наш член отряда ранен. А, оказывается, нет, показалось, что мне гранаты под ноги кинули. Ну, тоже неплохо. Так, ну что, все, не все. Да вроде пока все. Ладно, надо двигаться дальше. Не нравится мне эта пещера. Ох, как не нравится. Так, боезапас. Никакого взять. А, вот все, понял. Новое улучшение. Ну, замечательно. И снова эти коконы дурацкие, из которых народ эти мелкие крокодилы лезут.
Или дракон, вернее, будет сказать. Ну да, он, смотрите. Вот они, собственно, уже и повыползали. Значит, имеет смысл их разрушать. Мы приближаемся к гнезду, где становится жарко. Да у нас тут уже, знаете, не холодно. Дорогие кроганы. У нас тоже тут, в принципе, жара. Офигеть, такая миссия, конечно, она вроде как и не сюжетная является, хотя я уже, честно говоря, не помню. Так давно не играл Mass Effect, что, может быть, она все-таки сюжетная. Да офигеть. Как они успевают вылезти? Или они из разрушенных коконов ползают? Прям укрытие такие, укрылись обе. Как будто там, не знаю, не маленькие тараканы, а большие хаски лезут. Хаски, для тех, кто не помнит, это вот эти вот твари с мерзкими головами, по которым он только что стрелял. Я понимаю, конечно, что хаска — это еще порода собаки, но в данном случае это мерзкие, здоровые, мощные твари. А неплохо, надо сказать, пистолетик такой, в принципе, удачный. Мне нравится. Правда, я косой, конечно, как не знаю кто. Ну ничего. Кстати, почему-то странно, вот я купил джойстик, попробовал, игра на джойстике не работает. Даже нет настройки такой функции. Может быть, реально потому что ПК-версия, а может потому что надо было переустановить ее по новой, уже с воткнутым джойстиком и USB разъем. Но тем не менее, прохожу и продолжаю проходить на клавиатуре. Ну хотя на самом деле джойстик, он для экшенов таких, где надо целиться и стрелять, не особо-то и подходит. Он больше так для гонок и бродилок, типа Слиппиндокса каких-нибудь. А целиться на нем не очень удовольствие, конечно, сомнительное. На мышке гораздо удобнее. Ну хотя ко всему привыкаешь. У меня вот когда был Xbox, я на джойстике, естественно, играл. И в принципе нормально, я прошел полностью. Допустим, Gears of War. Очень схожая игра, и Mass Effect 2 я проходил тоже полностью на Xbox. На джойстике и ничего. Вполне было так нормально. Так что это такое, наплечники. Мы, кстати, столько всего пособирали уже, на самом деле. Надо бы как-нибудь выбрать время и посмотреть, что у нас там вообще на корабле творится, какие у нас там есть улучшения, собственно, какая у нас там броня есть новая и так далее. Может быть, давно уже стоит переодеться. А то как-то моя броня уж больно легко пробивается, судя по тому, что я часто стал дохнуть. Враги становятся тяжелее и серьезнее. А броня осталась то же самое, что и было раньше. Честно говоря, не знаю, куда идти, но надеюсь, что я иду правильно. Роевик зовут. Только сейчас обратил на это внимание. Ну что ж, роевики. Вроде они кончились. А пещера, видимо, так и не думает кончаться. Ну, офигеть, это наши или не наши? Да, это наши. Приближается противник, ко мне так он как приблизится. Скорее, я понимаю, что скорее надо, но блин. У меня дорога, к сожалению, нет в обход. Вот нафига не пользуются способностями против этих яиц. Это же глупо, по-моему. На мой взгляд. Переключатель? Какой переключатель? Где переключатель? Вот это вот? Инкубатор. Офигеть. Так, что у нас тут? А, это снова мы взяли огнемет. Ну ладно, в принципе, может пригодиться пока что. Мало ли вдруг. Он вроде как против этих яиц нормально так помогает. Еще и кожнецов. Так, ее не нажать, ее нужно уничтожить. Ну окей, давайте уничтожать. Не, по-моему, эта штука бесполезна. Пробуем автоматом. Нет, тоже нифига. Значит, не так. Значит, наверное, вот хотя... Да, наверное, здесь. Роевика уничтожил. Мне не роевик нужен был. Не, что-то я делал неправильно. Где-то должен быть переключатель, который, по которому она сказала. Где-то нужно что-то нажать, скорее всего. Только вот где и что, пока мне не совсем ясно. Давайте будем осматриваться. Возьмем опять смерч. Блин, ну по идее вот эта штука. По-моему, как-то она нажимается, но что-то она не хочет. Может, я что-то втыкал уже, не помню.
А, ну вот, смотрите, горит огнем, нормально все. Получается, вроде как, ее сжечь. Отлично. Вот и все. Просто сначала почему-то не работало. Shut off escape and smash your enemies against the stone. Glad you made it. The Rachni have retreated for now, but will soon return in force. We're close, Dad. Those barriers were protecting whatever's down that passage. We'll dig in here. Ensure you have time to finish this. Good luck. Luck? Ha! Luck is for a Salarian male hoping to please his mate. Кроган! Nothing gets past us. Да, самоуверенные ребята. Ну хотя, в принципе, был бы их комплекция, я тоже, наверное, был бы такой же самоуверенный. Смотрите, какие они здоровые. Прям вообще. Так, ну а нам, видимо, нужно идти туда. К инкубатору. Точнее, к инкубаторам, к этим яйцам. Ох, нифига, куда они побежали. От меня убегают. Техника жнецов, замечательно. Ох ты, сколько кредитов. У нас, по-моему, уже столько денег, я уж не знаю, на что их тратить будем, на самом деле. Тут тратить-то пока что особо ни на что не дают. Может быть, в дальнейшем будут какие-то новые планеты, как было во второй части. Была там одна очень хорошая планета. Так, ладно. Полезли. Правда, что это за хреновина? Ну, началось. Сейчас, мне кажется, будет очень горячо. Ну, в западне. Так, возьмем патроны. Вот он, мертвый Кроган. И куда нам? И куда же нам? Теперь. А у нас, в принципе, как такового прохода-то и нет. Смотрите, все закрыто. Я пока не совсем понимаю, куда нам нужно идти. Интересно, эту штуку можно сжечь? Да нет, не похоже на то, что она способна сгореть. Так только чуть плавится и все. Ладно, хорошо. Тогда надо думать, куда же нам идти. Какие там страшные звуки, блин, офигеть. Так, и что, ну обратно, что ли? Нет, вроде не обратно. Интересно. Наверное, сюда. Нет, не хочет прыгать сюда? Нет, не хочет. И сюда не хочет спускаться. Так, какой-то тупик, в какой-то ловушке, какой-то западнее. Я совсем не понимаю, куда нам идти пока что. Туда он тоже не хочет перелазить. Да он, собственно, никуда не хочет перелазить. И что же нам тогда тут делать? Значит, видимо, все-таки нужно пытаться их уничтожить. Давай, гори. Хотя, мне кажется, бесполезно это. Может, куда-то надо пострелять? Может, по этим штукам? Да нет, по-моему, тоже бесполезно совсем. Бесполезная затея. А, вот же, блин, ячейка жнецов. Ну, господи. Какой же слепой. Так, где наш огнемет? Старый, добрый, верный огнемет. Замечательно. Ну давайте, подходите, уродцы. Смотрите, какие живучие, офигеть. Ну все, добили его. За меня. Так, и куда лучше пойти, с какой стороны? Ой, что совсем все плохо, но это тоже не очень хорошо. Ладно, тут, в принципе, у нас теперь... О, первая помощь, кто-то уже ранен. Офигеть. Так, где у нас там первая помощь? Вот она. Так, тут, в принципе, конечно, снайперская винтовка. Только она... Охренеть, вот это нам попали, так попали. Жестоко было. Еще и враг. То, что нужно. Вот так вот. Растоптал врагов. Прямо в стиле Кроганов только что было. Так, ну и, собственно, к нам движется большая хрень. Я еще не ту пушку взял. Это не снайперская, а дробовик.
Ну хотя, в принципе, он тоже, конечно, очень убойный. Сколько же их тут, интересно, много будет? Ох ты, черт, еще бежит. Нет-нет-нет, пора валить. Блин, очень опасно все это дело. Так, я смертельно ранен, замечательно. Скорее присесть, ох, еще и пауки ползут. Все просто шикарно. Офигеть, снова смертельно ранен. Так, мне бы пора, наверное, первую помощь уже пользоваться. Нет, пока не пора. Нет, пока вроде все нормально. Как всегда, не вовремя перезарядка. Блин, каннибала, сколько же у вас здоровья-то? Офигеть можно. Просто офигеть. Он такой бронированный, что ему вообще пофигу. Так, ладно, хотя бы этого вроде мы убили. Вроде да, вроде готов. Так, хорошо. Жалко нас сами тратить патроны на этих паучков. Давайте что-нибудь другое используем. С пистолетиком, допустим. Драгоценные патроны к снайперской винтовке. Совершенно тут ни к чему использовать. Ох, нифига себе, нас двое наших партнеров умерли. Так, первая помощь. Еще первая помощь. Офигеть можно. Вот так вот и бери с собой женщин в команду. Лезут на рожон, вот как мухи. Да нет, по-моему, пистолетик тут бесполезен. Так, ладно, включаем обратно снайперскую. Шикарно. А теперь снова пистолетик. Сколько же их тут много. Капитан, сюда. Куда сюда, Эшли? Пошли. Давай сразу за тобой. Только она начала перезарядиться. Так, еще опять огнемет. Ну, давайте возьмем. В принципе, почему бы и нет. И очередная ячейка. Так, ну а теперь нам, судя по всему, обратно. На ту сторону скорее. Ну да, ох ты, черт. А вот и гости опять. Так, ладно, эти готовы. Но там есть кое-что поинтереснее. Снова берем снайперскую. Ну уже давай. Сдохла эта гадина, вроде да. А большая, конечно же, живучая. Опустошитель. Так. Так, я, по-моему, сейчас снова помру. Надо перезарядиться, отдышаться. Надо воспользоваться какими-нибудь способностями, попробовать. Так, давайте-ка. Гранату Инферно кинем в нее. Вроде ей понравилось. Да, она даже умерла. Ну что ж, замечательно. Главное, что эта большая махина умерла, а с маленькими тоже пока-то сами справимся. Так, ну и в целом, вроде как, путь свободен. Можно продолжать двигаться вперед. Какие там барьеры открылись слева? Вот эти вот. Это, по-моему, еще не все. Так, ну эту хрень мы уничтожили. Оп, надо укрыть скорее. Мне кажется, надо по этим пузырям и попадать. Хотя нет, вроде все уничтожил, она все равно жива. Не знаю, может в пузо тогда или в глаз. Да и, по-моему, все равно. Куда ни стреляй, по-моему, одно и то же получается. Так, давайте тогда еще гранату кинем в нее. Отлично, умерла. Теперь каннибалы. Ох, блин, сколько понабежало тараканов. Ох, не вовремя перезарядка снова, черт побери. Хотя вроде он умер. Так, все замечательно, продолжаем вперед. Наше продвижение. Но это, конечно, блин, опасно было только что вообще на сами такие баталии. Столько гадов этих ползут. Так, здесь у нас снова последняя штука, я так понимаю, откроются последние барьеры.
Так, огнемет у нас поблизости нигде не валяется теперь. Ну ладно, в принципе, с пистолетика расстреляем, я думаю, нормально. А может даже еще и лучше будет. Так, сзади, сзади, сзади. Девочки, обернитесь. Охренеть. Я, по-моему, сейчас умру. У меня такое ощущение. Скорее, барьер восстанавливайтесь. Отлично, но нет. Все. По-моему, мне настал конец. Еще одно попадание, точно труп. Ну да, так и есть. У меня даже не было шансов практически никаких, потому что чересчур было жестко вообще, все втором атаковали. Изблизи, издалека. Так, а где мы появились-то? Богиня? Какая еще нафиг богиня? Ну хорошо, хотя бы начали с того же самого места, что и раньше. Так, главное к себе поближе не подпускать никого. Уже подпустили. Замечательно. И снова при смерти. По-моему, все начинается то же самое, что и было. А нет, смотрите-ка, щиты успели восстановиться. Правда, снова повредили. Офигеть, одного выстрела просто убивают. Не, по-любому нужна броня какая-нибудь помощнее. Это какие-то просто детские игрушки, по-моему. Какая же она здоровая, да посмотрите на нее, офигеть. Она еще и к нам движется. Так, давай-ка используем гранату напротив нее еще раз. Почти все. Да, все, отлично. Мертва, теперь эти гады. Там еще одна, что ли, ползет такая? Да вы издеваетесь. И гранаты кончились. Ну, шикарно. Так, что у нас еще есть, в принципе? Кстати, почему у нас патроны не стоят? У нас же есть криво-патроны, которые прокачаны. Очень даже хорошо. Блин, я все это время обычно им пользовался. Черт, граната прилетела. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну, шикарно. Просто замечательно. Блин, надо смотреться, может, какое-нибудь другое укрытие существует. И взять, наверное, нужен автомат. Да нет, особо никаких укрытий нету, в принципе, вообще. Таковых. Ну, хотя, в принципе, вот отсюда можно попробовать. Умри, сволочь. Так, где наш автомат? Вот он, отлично. Ну, теперь повоюем. Так, скорее укрытие. Да, блин, он еще и не умер. Так, давайте эту штуку и снова криво-патроны включим. И снова прилетела граната. Тогда уходим. Уходим, уходим, уходим. Так, теперь снова в укрытие и попробуем отсюда попасть. Нет, по-моему, это не очень удачная позиция. Да какая же ты живущая эта гадина. Все, отлично, умерла. Он там что-то еще одна приползет к нам. Я помню. Так, эти подходят мелкие. Да блин, тоже живучие. Смотрите-ка на них. Офигеть. Так, ладно, кто там еще? Теперь это большая опять, да? Нет? Нет, пока каннибала. Вот, с криопатронами это гораздо глаже дела обстоят. Почему же я сразу их не поставил, придурок? Забыл про них совсем. Так, ну и что, вроде получилось. Давай скорее, да с удовольствием. Это было очень жестко. Что же будет дальше-то, интересно? Ну понятно, собственно. How is this possible? I destroyed the last Rakdak queen. I am not queen. Not proud Rakdak. Alone. A monster shaped to make hollow children. Empty children that obey. The Reapers created this freak show to make their Rakdak troops? Damn it. Children, no, I am free. Cannot hear me.
Офигеть, неужели нам предстоит с ней драться сейчас? Так, что же выбрать? Жнецы ушли, ты представляешь опасность. Давайте просто прикинемся дурачком, плодящийся рахня. Нужницы ушли. They can't hurt you anymore. Do you understand? Yes. I would fight the machines. They have made us slaves. I hear the children. They are lost. In pain. Search for me. Copy that, Deg. Is there any hope for your children? No. No. They only scream. We all suffer. If I create new children, maybe they could listen. Shepard, I don't know what you're thinking, but this can't continue. Так, ну что, помочь ей выжить или покинуть ее? Блин. Если останемся, погибнет весь отряд Аралах. А если помочь ей выжить, она сможет уничтожить машины. Блин, вот это трудный выбор, реально трудный выбор. Погубить всех и спасти какую-то мерзкую тварь, или оставить ее умирать здесь и спасти отряд. Блин, дорогие друзья, чтобы вы были на моем месте. Давайте надеяться на лучшее. Давайте, может быть, отряд все-таки сможет уцелеть. Давайте, может быть, она нам поможет. Давайте поможем ей выжить. Охренеть, какая же она здоровая тварь. Вы только посмотрите на это. Это адское создание. The shuttle's down that path. I'll hold them off. Go, Commander! Блин, неужели он погибнет? Так жалко. Time to die. Офигеть. Только не умирай, пожалуйста, живи, борись. Нет, все это бесполезно. Очень жаль. Особенно учитывая то, что я сам сделал такой выбор. Cortez, we're the last ones out. Copy that, Commander. Shuttle is waiting.
Let's go. Да уж, видимо, не выжил никто. Надеюсь, это того стоило. I'm reviewing your report on the Rakhnai situation, Commander. This could have gotten complicated fast. Making an ally out of that Rakhnai surrogate was a risky move. We need all the help we can get, but I have some serious doubts on this one. Noted, sir. But we cut the Reaper supply of new Rakhnai troops and picked up some additional Krogan support. I call that a victory. I've got to get back to it, Commander. Watch yourself out there. Hack it out. Ну что ж, дорогие друзья, подошло время прощаться, это получилась очень эпичная и захватывающая серия. У меня аж перехватило дыхание, на самом деле, даже не знаю, что по этому поводу сказать. Наверное, может быть, мы были неправы, может быть, правы. Я не знаю, время покажет, в следующих сериях мы узнаем, чем нам, собственно, поспособствует эта модифицированная Рахня. Потому что из-за нее погиб весь отряд Кроганов, собственно, цель нашей миссии. Это, конечно, наверное, не совсем удачное завершение, но, возможно, эта победа того стоила. Ну а с вами был, как всегда, я, Валдай, и до встречи в следующих сериях на канале Epic Type. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока.